Генеральная репетиция шествия перед Днем Победы прошла в Иркутске. По площади графа Спиранского проехала военная техника. В колонне представлены как советские, так и современные машины. Например, легендарный танк Т-34 и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М». А пешеходную колонну в этом году впервые откроют воспитанники Суворовского училища. Это огромная ответственность, потому что мы открываем парад впервые в жизни, впервые Суворовское училище Иркутска шагают на параде. Это, опять же, огромная ответственность. Я очень горд этим, то, что учусь в данном заведении, то, что мы будем шагать. Наши тренировки начинались, получается, после того, как мы пришли с каникул. Это было 1 апреля. У нас проводились тренировки каждый день, кроме субботы и воскресенья. Это были выходные. Мы тренировались усердно, около 2 часов. И это было очень трудно и достаточно ответственно.